Совет старшеклассников города Каспийска провел акцию «Письмо солдата». Юные министры в течение 2 недель собрали для наших земляков посылку из различных сладостей. И самое главное, прикрепили к ней письма с теплыми и добрыми словами поддержки. Председатель школьных министров при управлении образования города Каспийска Анастасия Саблина поделилась тем, как появилась идея организовать такую акцию. На заседании Совета школьных министров Каспийской гимназии номер 11 мы приняли решение о том, что проведем эту акцию, чтобы помочь нашим солдатам и хотя бы немножко поднять им настроение. Мы их ждем дома. Отметим, что в акции приняли участие 13 участников совета. Они заведомо собрали письма, сладость и упаковали их для будущей отправки на территорию боевых действий. Как рассказывает Анастасия Саблина, на этом совет не намерен останавливаться. И в планах у них сделать эту акцию более масштабной. Следующую акцию мы планируем собрать по городу, чтобы предложить эту идею и отправить также посылку на СВО. Напомним, что совет старшеклассников был организован в Каспийске в феврале текущего года.